Пошел таймер, то же самое, подоплика. Скорость самое главное. Собираем трэш. Трэш не бейте, пока ведем до анекси. О, один мах в рейде. Кинь по царю обезьян МК, пожалуйста. Эх, а, понятно. Держу в куре, они тут криво пашут. Делай через... ТКВ? Угу. А когда вы в САУС? Смотрел тачки, будет на Зайца начисел. Я не ложусь. Зайч, да. Потом-то ты понимаешь, Т-10 это слишком спорный комплект. Он не на всех нужен. Не, ну типа... Я, допустим, третий шмоткой буду брать то, что не падает, потому что мало ли. Лучше с каким-то комплектом, чем без комплектов. Ну да. Ну ты как бы все равно проще купить две Т-10, а две срулить с СА, чем покупать 4 Т-10. Так и быстрее по времени будет. И... Сейчас бы срулить с Т-10. Неплохо. Я за 20 дней выфармил 4 комплекта Т-10. Ты мне будешь рассказывать, я Т4 не мог собрать 2 месяца, 4 шмотки. Я покупал за жетоны. Я 2 шмотки не мог собрать 2 месяца. Я его задонатила. Народ. Все помещение. Ставьте шкаф, кто ты? Тук-тук. Сумон, громоступ, пожалуйста. А что ты исчез из инста? Ты что такое избрал? Сумон, его. Да не, я дошик заваривал. Сум пропустил. А тот уже все размяк. Пизда пришла. Паладины каски МП5 раскинули. Шреддер каски, Алиса Прота. Остальное что хотите? Шреддер, дай реков. Короче, это только недолго. Вам 10 секунд было. Я на боссе. И на больших, ты на мелких. Тимпер там пишет плюс, но он походу уже опоздал. А нет. Смоньте его быстрее. Меня сейчас клапан прорвет, давайте быстрее. Конечно, не хочу, но... Клапан? Да. Пингалеты лопнут. Забафайте рогу. Смотрите, ну, роги, брат, я вам нужно. Дам наставление, ребята, на Аниксе. Антифир один, только на пати танков. Когда дается фир, танки могут поворачивать босса. Поэтому сразу после того, как пропадает фир, СРДД, хилы, танки, милики, старайтесь отбегать к хвосту Аникси, чтобы она вас не ударила рассекающим ударом. Это на второй фазе. На второй фазе, когда она начнется, 2 эрдру, ДЦ, ну 2 холипалы, это танки. В эрдру заходите на фул рейд, ДЦ, фул щитки по рейду, чтобы... Люди, попавшие в огонь из-под земли, отхиливались как можно быстрее. Тогда мы не упадем. По ситуации гимн на ХП царь и шерпесток дадите сами. Фу, там еще два приста. Все готовы. На крайней.
что мне кажется, или какой-то ДПС вялый. Короче, я шаманом до ануба буду. А чё? Не, я ж на мага потом говорю. Все видят, как у Никси жопа искрится. Ну, с кем не бывает. Сейчас она немножко перелетит, тогда дадите рост. Угу, угу. Чтобы РДД успели побежать и начать ДПС. Я на больших, Алиса на маленьких. Фу, вееры дали по маленьким. Почему на меня? Почему на меня? Что? Великий большой. Блин, чем мне тут шаманом-то хилить кого? Я не знаю, меня в тот раз Войт кинул в хила, я тоже стоял не хил. Буду тебя спамить, Войт. Смотрим на Алексию, где она. А Яшок это вообще наш, как бы, сагильдеец, нет? Не знаю. Просто чувак за ханта трэш бьет. По диагонали, Дыхание отходим. С центра вышли, кто там стоит. Смотри, челики падают. Вот, блондин, громоступка, тимбрикс, опачки, нубы. Опачка, шарик нажать. Я сдохну. Промоступка с энергией Тубрик с нубы. Блондинчик. Нуб блондин. Полипал стоял возле черепа и сдох. Шамана заберите, Пэта. Лови босс. Даже не в рейнже моба стоял. Юка, поднимай хэпала. Вставай, Леси, мат. Черпесту по антифирновой. Сори. У меня в КД. Что вы? Блоннище оружие. Вы что, тупые что ли? Зачем вы возле большого моба стоите? Он дал фир танкам. И просто по фокусу бил. Бля, уберите вижу меня. Убейте моба, сука, и подходите к боссу. Резче это делайте. Пизда, блядь. Танкодру поднимай Щелкина. Хорошо. Чулан поднимай Финку. Царь дай антифир на воина. Да я уж кинул, ты даже сказать не можешь. Чулан поднимай Финку. Красно, ёбаный по голове, вы там где? Щелки надо подняли? Не резко, он не встает. Я встал, там выскочил лава, мне гаснул. Я понял. Делайте хильти так. Добьем так. ШП, заходите себя. Смотрите, отбегайте сейчас. Тотем препета поставь, ты живой? Нормально. Я давно поставил. Меня снимает. Главное, охотайте себя, чтоб не сдох.
Судьба твоя, Хант. Тыкаем кубик, что кому надо здесь. Портал, Даларан и Клетин. Весим для всех. Шарпи, не спи, давай в портал заходи. Я могу чем-нибудь помочь. Чем ты вызываешь камень возвращения прямо перед портом в Даларан? Ничего страшного. Потому что камень забит на облок серебряного авангарда. Бля, ты прошаренный чувак. Пиздец вообще. Просто 1000 IQ. У меня 3000 IQ. Понял. Тебе 2999. Нет, 3000. Вчера проверился. Кого? У доктора? Да. А вы о чем? А так, о взрослом. Челики собрались порофлить. Надоел. Своим чаем. Как он там у тебя возле клавы прям стоит? О, это воскресенье. Я чашку, наверное, там где клавиатуру держу просто. Что еще раз воскресенье? К10 цел. Ты пойдешь? Да, цел. Да блять, что у меня с микрофоном. Что-то хуево у тебя с микрофоном. Мы сейчас куда идем? Туда мне наушникам уже готоваться. Понял. Ик, вы не думаете, что я икаю, мы идем в Ик. Испытание Крестоносец. Ладно, будем 6 силов. Так, 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 танкодрув танка. 5 силов. Танкодру с Хумви будете тончить червяка огненного. Кто первый из вас, решайте сами, я буду зеленого тончить. И первого босса, и третьего босса, из первого босса. Ну вы поняли. Из чудовищ Нордскова. Я долетел уже в Инс, не знаю, если там кто. Сейчас проверим. Так, ни пол лока не видать. Лока нету в Инсте, вот это да. У нас что, Ромкоу быстрее залетает в Инс? Кто-то играл в Ведьмак 3? Да. Помните, как это ты, Васик, там был? Ни пол ведьмы не видать дверь. Не, ну, чё-чё? Кто ну, был? И Васик. Ты что? Как-то обрываешься на полуслова, поставь активацию чуть побольше. Это не активация. Это, на, ну, это по кнопке активация. Как это обрывается? Можно поставить, когда бросаешь кнопку, чтобы задержка была дольше. Да, типа ты обрываешься на полусловие, на конце он чего-то тоже пишет. Когда задержка не поставлена. Типа я выжжу. Ну, а, типа когда я зажимаю кнопку, сразу прерывается связь, да? Да. 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 Там можно задержку поставить. Там задержку понял, просто дают. Просто чего дольше, он... видать, держать кнопку. Ладно, короче, и Васик. Есть такой персонаж. Ну? Ну, вот он говорит, ни полведьмы не видать. Там что-то говорит, я, говорит, проснулся поутру и хотел сделать кучу, говорит, это, говорит, мой любимый момент дня, говорит, птички поют, что-то там музыка, ручеек шуршит, что-то такое. Лок, ставь шкаф, что ты стоишь просто так, подпаскушка.
Ромко, почему ты еще не в инсте? Я уже 5 минут рассказывал про Ивасика. Тыкаем на сумон. Почему один я сумонил? Вы что, хотите 2 часа проходить эти рейды? ГП надо было дать за камни. И не, что-что, Ведьмак топ игра. Просто я ни одной игры не знаю, которая была бы лучше Ведьмака. Ну, Вовка, конечно, на уровне. Захильте, пожалуйста. Ты не так говори, ты умоляю. Умоляю. Так, не могу сумонить гробоступку и царя. Вы тут? Да-да-да. Придется отнимать ЕПС за неубитых боссов. Я же прилетел в громоступ. Ну не знаю, призыв начал ждите ответа. Царя нету. Я сейчас буду пугать. Не, в смысле, я в ВК. Меня не надо сумонить. Ты не ВК, ты снаружи инста. Мне надо пугать босса, а вы снаружи. Как это понимать? Все, ну, просто это шикало. Долго это все. Царя нет, я пугала. Там подойдет потом. Люблю вот это, вы сами понимаете, что 25 человек сидят. Вы не одни сидите там, как вам нравится, делаете. А, сидят 25 человек. Вы можете, у вас есть возможность пройти это все за час и освободить всех людей. А вы тянете время и делаете это все 2 часа. Если вас расслабит, и вы будете все делать спустя рукава, будете 2 часа эти 4 инста проходить. А танкадру в курсе, что ему нужно в танка спекнуться? Танкадру спекнись в танк. Классно. Теперь в курсе. Значит, ты одна будешь танчить. Мне в танка. Эй, я не успел. Я тут. Ну, это твои проблемы. Ребят, скорость прохождения простых рейдов — это залог успеха. У меня живот скрутил, ничего с собой не мог поделать. Ну, ты зайдешь на второго босса в рейд, вылезай. Шерпесту, Шреддер, встаньте в одну точку, и на гард босса. Великие, а ешьте мобов. РДД тоже кидайте боты на мобов. Иначе они будут давать стан людям, и они будут делать ДПС и ДПС. Мобов снобольдов надо убивать быстрее. РДД, переключитесь снобольдов и убейте их. Маг, со снобольдом подойди под босс. Подойди ко второму снобольду. Не стой, где попало. Снобольдов проще заливать в одной куче. Так. Червяк, который вылезет из-под земли, все бьем его. Череп просто. Чулана кто-то бьет. Разморозить кого? Никого нет, на ком куда бежишь? Ну. Вот теперь есть. Сами бегите к ней. Бегите сами к танку. Не поверни только этого дурака на рейд, иначе убивает. Подбежала через рейд. Меняет пазу. По-моему, не на ком нет. Остался один хант, который не знаю, что надо делать по форме. Маг.
Да, маг, сори. Маг не знает, что глыба есть. Все ставите рейндж, кроме Мова Про и Морфис. Можете стоять, бить. И Шарпи тоже бей. И Шреддер тоже бей, короче, бейте все. Если кинется в вас, то просто разбежитесь. РДД подальше босс. Не стойте кучками по 2, по 3. Словите большой рейндж. Сейчас будет плевок. Вот он плевок. Разбежались метки друг от друга. Заход под метки. Белобрысого буду я научить. Просто отбегаем в сторону. Так, у нас пуги есть в ленде, скажите мне, пожалуйста, а то я забыл. Да, есть. Хан, сними. Ярость. Кто? Сколько пугов посчитайте? И шок. И еще кто-то, вроде. Полипал. Еще один хант, который в четвертой пати. Ты пуга, да? Царь, заходи. Теперь Ешок, еще хант в четвертой пати и полипал. У вас Грул Магик Оп КД. Надеюсь, что нет. Да если надо, обычки три хила. Запустить босса? Что? Запустить босса? Запустить. Да, запускаем. Пуги не в дисе, Войт. Ты же им накидал даже ссылку. Значит, без ролла. Как это не кидал? Я же говорил, киньте дискорд. Киньте дискорд. Ну так никто не кинул. Ну так киньте. Ты добавь мотиватор. Напиши, кто не в дисе, тот без ролла. Сразу прибегут. Сразу половину, знаете, по себе. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Маг один, снимают бафы все. Хил снимает,
Два креста снимаете. Баф из босса может, если тик надо снимать. Я шамой сниму, потому что тут шестым хилом делать не. Да. А, ну да. Ешен инфернала. Все переключились в мобо. После мобо будете бить мосты, захилите череп. Алиса, дай пружинку парей. Это лауч. Шерпиступ на хп. Ну зачем? Ну ладно. Хант, в следующий раз в Долоране становись, чтобы меточку прохиливали, окей? Десять, захильте череп для шумка. 10 стаков никто не диспелит. Сучи. Потому что бегут все хилить этот череп долбанный. Вот так. По крайней мере я так делаю. Есть два что присты делают, я не знаю. Присты, сука. Ну у меня как когда, я не могу почти снимать. Так, если вы будете всегда так играть, типа думайте о своем ДПСе, о том, что люди могут упасть и потом чиниться. Будет быть скалом пристолько один. То вы будете не в самых лучших рейдах. Поэтому думайте о командном агенте. Ну так все одинаково диспольнули, поведем. Потому что по два стака снимаем. Вот и одинаково. Только еще два шипа есть вот, в рейне, вот которые без диспелов. Царь не диспелил, да. И опачки. И опачки не диспелил. Сучьи дети. Давай я запускаю. Да, или запустили уже. Запускайте. По-моему, запустили. Нет, не запустили. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться. Пишу вместо паладину. Твоих рыцарей. На какой спик ролишь? Он пишет, не тактику знаю. Ну, видишь, хоть так. Проспек надо ему гайд составлять. Просто он... Это такой спек, Вольт. Но тактику знаю, называю. Просто он долго печатает, ты быстро печатаешь. Сними видео, гайд для пугов. На какой спек типа ролить надо. Восьмилетний мальчик сидит, ему только комп купили, он круче буквы ищет. Алиса Квадрат. Каску, плагин дайте по себе, пожалуйста. Танкодру в танка. Так, ты уже в танке. Танкодру держишь ромбик. Вещи, которыми ты контролишь. Значит, таунт, стан мишки, стан в форме кота, набиваешь 5 комбо-поинтов, стан вихрь, гнев деревьев, что еще там есть. И все. А, и еще рывок мишки, он заставляет стоять на месте 3 секунды моба. Вот эти вещи используем на ДК.
Так, кто там? Рогу буду держать я. Первого мы будем заливать звезду. Второго, блять, сука, звезду я сказал. Второго мы будем заливать фонта. По контролям. Эршама будет контролить Чулан и Сомервиль. Дерево, луна будет контролить Ромкоу, плюс поставь 3 изгнания, 3 страха. Так, Холипал, где он? Холипала будет контролить. Кто будет контролить? Маг предлагает свою помощь. Будет контролить потаспушка и будет контролить Касуки. Просто за жабу кидай, как можешь. И Юка, если что, можешь вихрь кинуть в Холипала. Это раз. Кого еще раз? Холипал, череп. Окей. Чтобы он лишний раз не захиливал. И еще для верности посадим Тимбергс. Слышишь, где? Слышишь, где? Сиди на черепе, если он вдруг выйдет из контроля, давай ему станы и избивание. Маг спрашивает, кому его контролить. Маг, ты контролишь крест. Значит, очередность. Сначала звезду, потом кружок, а потом я скажу. Скорее всего, будет третий шаман крест. Теперь чек на пул. Так, а я шарпи не спекал, да? Не-а! Ладно. Так. Погнали. Ой, блядь, что я сделал? Я звезду, короче, притяну. Идите. А как вы иду ЖП начистить? Тихо. Бегите от меток треугольника дорога, а может вас убить. Ты что? Ромбик, контроль, кто там, Мишка? Я тебя просил. Крест возьмите, я упал. ШП точечный дисп. Отбегайте. Отбегайте. Контрольте его. Сука. Отбегайте от ромбика и треугольника. Кто сдохли, это просто нубы. Круг бьем. Или вам не повезло, да, все правильно. Круг убираем. Продиспельте козу на присте. Беги, Юка, беги. Когда у вас бьют какие-то мобы, надо использовать кайт, какие-то замедляющие способности. Или вы будете дохнуть как нубы. Это ПВП бой. Промах там. Да, ты будешь. Потому что есть глыба, есть кольцо льда, есть барьер маны, есть еще что-то. А какой же тункадроид? Кого бить? Крест. То, что утончить своего моба, он агрит меня в вара постоянно. Вы что, блять, охерели что ли? Скажи ему, какую метку ему танчить. Ну я чё знаю, я нашла какую-то тирия, которую никто не танчит. Танкодрой, ты в Дисе? Да. Ты что делаешь сейчас? Шапку держу. Ёбаный в рот. Я его говорил Алисе держать, нет? Или мы не будем слушать, что я рассказываю? Дальше. Кого бить? Так, это звездочку этого ШП. Блин, а если крылья не повышают? А потом кого? А потом я скажу, убейте сначала.
на череп контроль, типа, кто освободился, кружок. Тут все от контроля зависит. Во, мне рога ослепления кинул. Давай, Касуки, какой-то тотем на корни, я не знаю, что-то сделай. Да замедляй его, да и все. Ага. Ну, а, забирай. Все, забрал. Да, эфир поронит. Не сработало. Так, бейте череп все, сбивайте ему косты, прекращайте кидать на него вихрь. Тупо в череп. От треугольника отбегаем, он может вас убить. Отбегать от него, таунт когда. Давайте ему контроль стан, отлично. Видите, сильнее череп сейчас будет баба, он будет мозги спадать. Не будет бабла. Ну, отлично. Бейте луну. Луну, сука. Луну. Через луну играем. Можете уешить, но играйте через луну. Бейте хила. Сбивайте ему все косты. После луны треугольник. Можете и вара повесить. Все, сюда вара. Повесить. Луны, сведи сюда его. Веди своего пока сюда. Просто заливаем вас. Долго сегодня. Это тебе кажется, просто не надо было собирать грома Егер с утра. Почему? Тогда не было бы до. Я себе печеньку забрал. ГЦ, ГЦ мало. Молодец, красавчик, чё? Печать света, блять, тупо топ на этом классе, ну там. Выбор профессионал. Ну а хули. Кирион, надо. Печать парчи не особо дает. А печать света хотя бы хилит, пока хилует это дроид. Тот самый Матума Серкла. Угу. Невероятно. Я Войд Серкла. А ты ноунейм. В смысле ноунейм? Я не играл на Серкле, успокойся. Просто ты говорил про Матуму когда-то в рейде. И сейчас я его вижу и в этом гильде. Истинная опасность еще впереди. Я топ про товары в мире, если что. Представляешь, не на Серкле на каком-то, а в мире. Ну, знаменитый. Прист. Какой? Меня весь мир знает. Ты в курсе, что у Матумы это я? У меня был декал с ником. 5 минут назад. Наверное, за ты говорил про себя, когда мы ходили с Осопом в ЦЛК-10. Это все круто, но давайте отойдем к воротам. Я беру черную, Алиса белую. Смотри, чтобы с тебя не сорвали моба. Дай крылья, чтобы постараться набрать агро. Было хорошее. И постарайся побыстрее среагировать. Если какой-то чулан сорвет с тебя твоего босса. Если не играем через череп. Чек. Зачем бафы вы... по локу дайте. Дайте бафы по локу быстрее. Поехали. Не давай таунт, когда твой моб на меня сорвал. Спецспособность 2 секунды. Смотрим.
карту. Берите белую быстро. И играйте в другую вальку. Крест. Так, я возьму белую. Алиса, иди, бери черную и забирай череп. Я теперь тащу крест. Взяла череп. Танкодрот, смотри, на всех белая. Какая на тебе? Спецспособность 3 секунды. Приготовились. Берите черную. Просто будет воронка. Интересно, 5 хилов. Переводим на эту сторону. Вдруг убивать можно. Вдруг не добьем, просто переведем. Тут все сдохнут сейчас. Ну, добиваем так, по-моему. О, два выбора, нормально. А тут еще во второй вальке. Я сенста выхожу на мага. Во второй вальке еще один, вот это да, два выбора упало. Три. С первой вальки два, и со второй третий. Вообще нормально. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Так, мы запустили. Да, отлично. Так, заходи на мага. Прикольный котенок. Сейчас, когда мы пойдем вниз, внизу локи поставите шкаф. Судьбой мага. А можете и сейчас поставить. Ставьте сейчас, успеем сломать. Поставьте шкаф локи вот тут. Тыкаем. Понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет. Слушай, Войд, а на Оне хоть раз маунт падал, бля? На Оне? Я ни разу не видела. Потом же 310. За полтора года я ни разу не увидел. Может, вообще падал. Я за два года. Там же нет никакого маунта. Здрасте. В 25-ку включи в луте. Последний глянь. 310%. Не знаю, на офе, по идее, падает. Я видел, один раз падал при мне. Ну, наверное, там шанс выпадения 0,00001. Столько нулей, что перечислять будешь 10 тысяч лет. Ну, я сократила. Вот ты так и говори, 0 и 10 тысяч нулей. Ты знаешь, что делать тут. Поэтому чек на пул. Хорошенько напулю эти боссы на меня. Надеюсь, вы знаете на кого. Ты отчет прочитай. Ауру Хантовскую вырубите. Дух стая. Сферы разбили. Еще. Еще сфера. Блять, вы что? Танкодру, Берни, ДНМ. Не надо. Ты кого, босса сорвал что-то? Нет. Моб на меня пошел. Тот, я уже и копии прожимал, не знаю. Вроде тот, которого я сейчас держу, я его сам сбил.
Не, этого сразу Зулак вышел, значит другой. Вот дальнего бери. Тоже. На лужу ставь. Бобов все переключились, все рвали через 5 секунд. Бобов все переключились. Говорю по-русски с вами. Моба, весь рейд, моба. Быстрее. Do you speak English? No. Смотри мне прикол про Вов. Do you speak any English? Там такие типы, там дед, там еще кто-то подходит, там баба такая подходит. Что-то мне нужно там гараж найти, что-то. А они такие, no English, no, такие. Потом speaking the Deutsch такой. Я не такие, дочь, знаю. Ой, по-моему, это смотрел только ты. Ты чё, вы не смотрели этот офигенный видос? Даже не помню, как называется. Ну, смешно. Жур, ёпта! По твоей рекомендации сегодня посмотрю. Вот только не помню, как там вводить, чтобы он нашелся этот видос. Обновите М5 по пристам. Это старый еще времен БКшных. Блять, лужи что-то по краям. Разбейте в центре какие-то лужи, шверки. Придется вести сюда. Нет их. Ближний моб мой. Дальнего на дальнюю лужу. Сука. На дальнюю. Ну ебаный по голове. Они сейчас будут сильно бить. Вы что, не русский, что ли? Кто там? Я будет? Не русский. А, блин. Русский, русский. Зароется. Зарылся. Давайте его рот. Вы что, блядь? Дрочите, что ли? Его переагривают туда-сюда. Могу поконтролить дальнего. Кто переагривает? Скажи мне. Чё погиб? Лок какой. Промпой. Говно, блядь. Чё погиб? Вышли, жуки. Ничего, хуера. Жуков, никакой геры. Все в жуков переключились. Три жука она. Третий есть? Он сейчас вылезет. Все в жуков переключились. Ну вылезет, поддержишь. В РДД сзади жука. Убейте, садись, иначе вылезет еще жук. Теперь давайте Геру. Жука, готовься забирать, вылезет. Надеюсь, он не вылезет. Тут вроде нет земли. Геру, раз, два, три. У нас нет шамана. Гер, так, да. Пизду, блядь, а чё вы мне говорите, Гера, Гера? Это не он. Так, в смысле? А, он точно пустый. Да. Рога, яд, помаж, минус отхил который. Да всё, просто бейте 1, 2, 3, 1, 2, 3. Господи, ты чё, хантов не видишь? Зачем тебе минус отхил? А они залпом бьют, наверное. Если яд работает, то работает смертельный удар и пронзающий выстрел. Нет, Mortal Strike работает по смертельный выстрел. Да. Прицель! Прицельный, точно. Ебанулся. Я на шану. Грул первый. Даю портал. Ну чё, пошел я лутать. Много-много. Брюлей в скобочках ни одного. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут. Если что-то, что выпало с босса, вам нужно, то запомните эту шмотку, чтобы не проебать. Я доставку заберу АФК. Да, там кадру сейчас. Вот видишь, какие это пидорасы, почему... Сейчас, куда идем? Вот подождите. Макс Гильдия, тебе разве не надо ЕП? Я же писал иконе. А, тогда ты должен получить 400 ЕП. Прими пати. И если ты не будешь получать ЕП, ты никогда никакие шмотки не заберешь, понимаешь?
Вот, не пугай людей. Каких детей? Понимаю. Да, заходи, опачки. Сука. Короче. А почему ты гер дал? Что дал? Мы разве в гере были? Я не знаю, про что ты. Не читай ничего, кроме ЕП. И все. Цифру и ЕП. Тебе надо читать, остальное не читай. Все, всем удачи, спасибо за рейды. Ты накинул? Да, да, нашли. Так. Значит. Блять, я не знаю, это пиздец. Пан, ты палом? Слишком много людей ливает. Не знаю, что делать. На тебе ассиста, подобирайте людей. Один на мешок и один на ролл пиши. То я не в состоянии уже все это делать. Чё, царь, сколько брелей? Ноль, я как ей сказал. Вот я вот 20 забрал, ну что? Молодец. Гори в аду. Джекпот, выиграли 500 очков чести. Спасибо большое, то что надо. Где камни? РЛКш не взять и память. На аукционе. Дропы? Дайте ассиста. Какие камни тебе нужны? Который РЛКшные, получается, камни делают. Которые там по 23 СПД. Ассиста, пожалуйста. Да подожди ты. Ёбаный. Золото я покупаю. Их только с... Они за покупаются стандартные, и ювелирка их охраняет. Но вообще они стоят очень вот дешево. Вот, мне лоб. На аукционе от 20 до 50 голды стоит каждый камень. Ну, я сейчас смотрю, у меня 55 стоит. Так. Я даже не знаю, что проще купить, готовый камень за 40 или хранить его за 55, блядь. Тимбергс. Ты слышишь? Дайте ассиста. Ёбаный заебали. Листа. Значит, Тимбергс, ты слышишь? Диси. Он же Кудза мне не нравится. Ой, по... это же этот, как из компашки Твиси кто-то тот. Кикнем его. А это который прям в целка ливнул? Ага. Я помню. Так вон, Гильдеш плюсует. Вар. Будапешт, Новодвинск. Короче, я не знаю. Будапешт. Тимбергс, ты в Диси? А. Какая шмотка тебе нужна? Хотел спросить. Там пояс на Милика был, стека, ты его распалил? Нет, я ничего не распалил. Сейчас какой пояс посмотрю. Смысл вспомнил. Это кто Хулипал говорит? Да, Пчелкин говорит. Так, значит. Ассист от этого. Кому ассист? Да. Тебя найду. Я... Ты где стоишь сам, Пчелкин? Я... Сейчас. Алиса, возьми человека с гильдии. Будапешт, он ключ. Я в Долгане сейчас нахожусь. Сейчас тебя найду. Кого? Сейчас бегу к тебе. Пролистай наверх, чат. Там Вар написал плюс. Будапешт, ник на английском. Так, Пчелкин. Вот, опять он написал. Это Будапешт. А зачем он пишет плюс? Не знаю. Ну потом же его слышу. Так, Рога, тебе какие шмотки нужны кожаные? Сейчас я посмотрю, что у меня тут есть. Кожа. Кинжал тебе надо? Аксов нету. Блондин, что тебе надо? Щит и дробку. Тебе щит и дробку кинуть? Вот щит. Дробка. Какая дробка? Вот она. Дробящая саноба на хилатом. Дробящая. Или на РДД.
И это наручи на танка, если танкам не надо нашим, я заберу. А штаны на танка не ролили? Штаны. Вот такие есть штаны, кому надо. Мне, я хочу. Кто хотел? Бля, давай ролить. Я хочу. Царь, помолчи. Кто? Не вижу рола. Плюсик поставил, я хочу. А, ролим? Летите. Роль. А ты один хочешь это? Ай, не сорок. Там, где ты стоишь, говноступка? В Долоране. Говноступка. Подбеги ко мне. Я стою в Долоране тоже. Звездочку на себя поставил. Ты можешь меня найти. Вот, давай обмен. Наручи на танке, чё там? Наручи сейчас. Подходи к звезде. На танка больше ничего нет. Вот такие наручи. На рогу я не вижу никакой шмотки. Вот такую вижу. Вот такие запястья вижу. Это сануба. Ты куда лингуешь? Просто рогу. Понять не могу. Да бля, в ёбаный рейчер. А стой, тебя будет типа КД, да, на руля? Дай обмен. Ваутер. Дай шансон. Вот так кидай обмен звезде. Я на груля прилетел, сейчас камень делаю. Да, так. Ты танковский наручи забрали? Ёбаный в рот, вот Тимбрикс тоже, где он находится? Я не знаю, у вас есть КД на груля или нет? Тимбер уже на груля. Тогда пошли на груля, хули вы дрочите меня. Сука, я не понимаю вас. А, там и разролим. Стоите и задрачивайте меня со своим шмотом. Там уже шкаф здесь. Сом сейчас придет. Смоньте. Войн! Я уже хочу в инсте быть. Войн, дай ассисты, пожалуйста. Какой-то пал в гильдию просится. Ну так возьмите. Мне войник назвать? Назови. Пару нас не забыли. 246 какой-то. А, 43-й. Протик. Вой, дай ассиста, пожалуйста. Хрена, то ж фулл рейд. Просто Тимбер писал то, что у него КД на 25, оп. Тимбер, а ты в курсе, что каждый четверг сбрасывается КД? А сегодня четверг. Так, наруч. Ну вот, сегодня КД сбросился на все инсты. Нам не надо ассист. У него нет КД, если он сейчас в инсте находится, я так понял. Ну, дошел, типа, и сказал то, что у него КД. Пожалуйста. Наебал нас. Есть еще щит на танка. И какой же щит? Меня с собой забрали? Вот. На какие наручи? Танка с... У Валтера. Уже шролили их, только я кидал. Больше никто не кидал. Я просто сидел там, гильдейский чат смотрел. Ну, в рейды выкинули, сори, я старые удалил, уже эти не дам. Понятно. Бля, пока вы трэш чистите, это в биос бегаю, а то дождь пожрал, бля, что-то это. Понимаю. Человек, проблема. Дошек спалил, теперь сожрал, то все равно херово. Он просто острый был. Первая ката, смотрите, нихуя себе. Где первая ката? Нахуй меч. Вот этот. Нихуя себе проводит. Мне кажется, он сорвет агро со всех танков в мире. Ой, да с тебя агро-то. Короче, минутку подойду и надеюсь, вы уже убьете трэш. Алиса, можешь пулять мобу, и потом будем кончить босса. Пауэр бафать. И ауру света выключить. А, Алису уронили? Нет.
живее всех живых. Царь, ленивая ты жопа, диспели ручки. А какие ручки? На мобе, видишь, бля, обновление сидит по 15%. Да я это... За это... Ну ты понял, короче, то самое. Скиллы выставляю. Да! Вот, смотри. На жрец. Не, мне ВКонтакте писали, я что-то, блин... Сладко. Так, все делаем, все быстро. Дискорд, выгоните людям с чата. То ФК сейчас меняют на нового протопала. Че, тебе протопал надо? Нет, я просто поменяю людей, кто ФК что. Так что подходите, мы уже будем сейчас пройти босса. Это нехорошо, что вы так долго в кашле. Магов нет, плохо. Я на троих полиц на двоих. Там говорил, что. В туалет идет. Это Шарпи, ты тут? Да. Шарпи. Продал я твой ДС. Это... Тут есть Шарпи, а есть Шарпи-стул. А, Шарпи-стул, который, да, вот. А, есть еще Шейпер. Короче, у вас... Короче, надо не... Шрейдер. Короче, идите в пизду. Какой вы злой. Короче, продал твой ДС за... 1150. Где мои проценты? И проценты. Предприниматель чистый. Допустите там, как я не знаю. Как сказали бы в американских фильмах. Как в американских фильмах? Там сказали бы до моя. Эй, чё, король? Больше, чем ты. Мимо, пан, побегай. Нихуя себе, король протяжкой вытягивает. Пан, ты что-то сделал не так. Ты какую-то баг нашел в этом сервере. Кроль просто пошел на тебя и дал тебе пизды. Но он не должен был так делать. Понимаешь, да? Ты в танке был что-то? Нет. Ну какой-то баг произошел, он тебе просто пиздюлей дал. Просто кто-то танчик не умеет. Да, не знаю. Видео посмотри, там неизвестно, что произошло. Блин, а есть щит на повышение агро, интересно. Есть упражнение на повышение агро. Кого? IQ. Да-да-да, знаю такое, помню в 2007 там сидел. Обращайся. Бля, кстати, громоступ королю на танка. Хорошо. Чё вы все на танков ролите-то? Охерели, да, собственно? Да. Шредер получил. А потом берешься. Не, ну, а чё с этого Влада на мейнспекта? А что произойдёт? Дух может что-то выпустить.
Ну я вылетел. Дропнуло с игры. Ну, Вот так вот было, да? Давайте сделаем так. Отведем босса от сундука. Отличная идея. Ну, мне нравится тоже идея, классно. Ну, возле сундука, смотри, кто возле сундука, все смотрим. Никто не подходит к сундуку, кто туда подойдет, тот будет пидором. Смотрите. Ой, я побежал! Все ясно. Забегай. А блондин открылся, чё? А, кстати, лутанул не я. Ну, паладин есть пидор, ему бояться нечего. Блондин. Играть в стен ГП, кто там был. Тихо. Финка тебе дали? Сделали, да. Да. Ну все, да, нормально. Так. Я не помню. Ладно. Идите, агрите трэш. Что там? Так не охладал туда. А не плив. Перелогаешься. Я только заметил, у нас есть демон. Это круто. И мы счастливы. Это здорово. Ромкоу демон. Громоступка, ты походу сломанный. Да-да. Даваром просто особое приглашение надо, не стоять перед мордой. Да я не стоял перед мордой, за спиной стоял, а не развернул. Ну и за спиной жреца стоял. По крайней мере. То, что ты покинул тело, это плохо, потому что тебе еще долго бежать. Беги быстрее. Да не, мне чинится он. Фул сломан. Ну что поделать, просто постришь, покажешь на боссе. Забеги сюда быстрее, если ты хочешь лут. Окей, бегу. Так. Сильнопылы на звезду. А потом на Алису. Просто не могу, где там? Пист. Че ты такое бежал? Давай забегай быстрее сюда уже, где-то там. Пробегай в ворота. Three,
будет рейндж. Шадр, вставай. Вы что, я мискликт. Как так? Я нажал информация боя, а там было... Ну, короче. Там была божественная защита, там была незыблемость льда на ДК. Сука, когда вы научитесь использовать не одну кнопку автоатаки, а использовать способности своего класса? Вы дох... А чё, так можно было что? Ну, Шрейдер. Шрейдер опасный голос, да? Вряд ли это было. Это был не он. Это был Шрейдер. Вряд ли. Нет, я говорил один на один Шрейдером, и могу сказать, что это был он. Блять, я знаю голос Шрейдера, кому он приехал. Шрейдер, это был ты. Ну сейчас он будет как лосить вообще. Да. Я ужасный противный голос царя обезьян, знаю земля. Меня же голос царя обезьян блевать, да, нет, вам не надоел мой ужасный противный голос? Он все, он приятный. Поэтому делайте все лучше нахуй. Лучше голос вот, в этой гильдии у Медвея. Вот вы понимаете, что есть разница между рейдом, где никто не упал, и все с первого края, и между рейдом, где люди падают, которых надо ребафать, и рейдом, где люди вайпаются на боссах, на трэше. Понимаете, что это огромная разница во времени и в комфорте. Вам будет приятнее играть. Это ваша игра, вы из-за того, что... Моя игра. Она мне принадлежит, и таким же, как и я. Таким же нудом. Ой, Войт, вот давай не будем говорить. Короче, смотрел я твой видос на канале, как ты там за вары на Синдрагосе бомбы по КД ловишь. Чё, понравился видос? Вообще вспомнил! Ты знаешь, как мы ржали? Ну, ладно. Веру, кстати, запили. Еще это, мановар поставил, блин. Так, понимаешь, под мановар вообще это глыбу ловить, бомбы ловить, это вообще за школа. Ты осознаешь это? Ты осознаешь, что я просто, ну, никогда не косячил, и вот единственный раз решил взять грех на душу. Да? Пошел в пугарей. Это ты про тот рейд, да, говоришь, где какой-то пух рейд, 10 опыта? Да, пух рейд, да. Тот сам. Слышишь, как он говорит? Или про что ты, в смысле? Ты вообще не понимаешь, про что я. Ты про вчерашний. На циркуле был, короче, как-то рейд. Там Хантер Элион. Он, короче, такой, ну что-то произошло там. Челик упал, и он такой, еба, такой, знаешь, ну, челик, он хотел убить, прям, он ничего не понимал, и мы пришли ему в рейд помогать, я там, и Глен, наши дыги, мы, короче, и рофлили, ну, то есть, я взял, метки появились, я разбил метки на переходке, люди получают дамаг, короче, там, 3 хила, там, 2 танка, короче, или 3 танка, я фуриком дамажу, там, вот, тот тебе, может, надо посмотреть, я его как-нибудь найду, скину в дискорд. До сих пор бомбы ловит. Ну я там не сдох от бомбы. Молодец. Там, блин, вообще вчера разбивали. Нон-стоп. На магика летит. Ну, знаешь, такая бомба взрывается, такие все перебегают за другую, когда глыбу разбили. И такой, прям на видосе царь, прям как батя, уходит в тучку, понимаешь, и не ловит дамага. Портал. Че, магов нет? Ебать. Да, нет. Побежали пешком, хули. Ну, у меня есть камень. Нет, не буду юзать камень.
потом мага все равно нет. Бежим. Кто первый прибежит, отдам рецепт. О боже мой, давайте быстрее бежать. Кто первый присумонит Лока, если Лок не прибежит. Если, короче, если Лок не прибежит первый, то кто первый на камне присумонит Лока, тому отдам рецепт. С Ик. Вау! Прям мотивировал. Да, там рецепт 800 голды стоит. Ребята, давайте, у вас есть все шансы, потому что у меня скорость 150 только. У меня 310. А, кстати, вот с магика маунт, он с какой скоростью летает? 280 или 300? 310? Нет, просто 300. Просто 300 такое бывает? Сука, я уже не туда полетел. Короче, первый. Мне кажется, квик. Насчет 300 попахивает каким-то наебаловым. Попахивает. Блять, долго, блять. Так, пока я лечу на кубы. Кубы плюс 10 к роллу получают. Ой, я в кип плюсанула. На куб. Ой, да если я плюсану и случайно вайпну рейд. Минус 1000, 5000 ЕП и плюс 5000 ГП и минус 1000 кролу на 10 предыдущих рейдов. Следующих. Замечательно, ребят, я не плюсую. И такой вот добавляется. И касается тех, которые плюсунули тоже, да? Так, пан Ика, суки. И еще один смельчак в рейде найдется. Гаред Мус. Ё-моё. Если кубы не прожмут кубы, то скажите, кто... Давай. Какая эта меткость не прожала, если никто не признается. Все... О боже мой, неужели я первыми долетел до инста, вы что, ров? Если никто не признается. Ну, просто не все богатые, как ты, могут позволить себе быстрый полет. Если никто не признается, то придется всех наказать очень жестко. Дать минус 5000 к роллу. Сумони Лока, сумони. Если вы назовете того, кто не прожал, то он будет наказан. 5 раз строже. Жесток. Войт, с тебя рецепт, я первый Лока присумонил. Хорошо. Какой Лок это может подтвердить? Рокей. Письменно. Ромкай, Ромкой. Тут же пишет ПТ-скушка, Лок сам долетел. Только Вар залетел в инст сразу. Но он не... Было кто засумонит Лока. А никто Вар первый там дойдет, так что не надо. Ладно, ты Ромку присумонил, да? Угу. Ну заходите в инст тогда. Да, и 100 ЕП еще с тебя засумон, Лока. В смысле? Прямом. Нет, такого не было уговора. В смысле? Все слышали. Пацаны, скажите. Да, так и было. Нет. Ну все. Ты что, хочешь сказать, что тебя пацаны обманывают? Сука, ты букву Е перепутал с буквой Г. Я отменю тебе твой рецепт, если вы не прекратите. Заходите в инст, фотоскушка, ставь шкаф. Так. Ставь шкаф, что ты стоишь просто так? Долетел в инст, так ставь шкаф. Там надо было всё. Не долететь, а изи рецепт. Надо было смунуть на камне Лока. Ну, ладно, так и быть, просто он получил рецепт и все. Тыкаем на сумон. Блять, час 20 уже, никакого допнипа.
почему всякие громоздубки так долго долетают? Я чиниться летал, пошел чиниться, а у меня голды нету. Пришлось зайти на твинка, скинуть голды, починиться и написать сумп. А, еще по дороге какие-то махинации сделать. Ладно, пошли, трешки. Почему-то завара очень медленно. Что завара? Завара очень медленно двигаюсь, когда все медленно делает, а за шаманом все быстро делает. Ну вар просто жирный. Вот он находит. Лень просто, наверное, завара. Угорис, давай войско. Кто упал, побежали. Прожимаем даже всем защиту, чтоб не сдохнуть. Захиливаемся. Кидаю какой выход, когда я эти опусы не могу. Глубанный блок. Интересный фул хп, 5 хилов. Я устал двигать фире. Да блин. Какой я червячок. Червячок. Червяк Джин. Купите. Ой, это можете червяком называть. Вот червяк. Блять, надо релогнуться. Буду есть рыба и релогаться одновременно. Представляете? Моя кровь красна вашей погибели, мою кровь, и захлебнитесь ею. Паразиты, кровососы. На пол. Я тут. Я тоже тут. Я тоже тут. К сожалению. Он тоже тут. Так. Его а у меня тут вокруг. Нет. О, смотрите, он тоже тут.
поиска нету никакого. А если давай прожим фонарей, ту цепухи, вольный рост, костюм по КД. Сбиваем костюм на вам. Пандам дал больше, чем Редлик первой карты. Вот это да. Ой, ну все, давайте его поцелуем. Теперь мой слад. Редлик уже также тайм дал. Урона нанесли они одинаково, Редлик первой карты дал больше. Это пиздёж всё. Тот агротайм просто дал. Чё рукой? Пулы будете давать на череп. Скоро активация. Все потому, что это Ретрик фул в кожу. А, лол. Кожаный Ретрик. Смешно. Че, бьем? Какая разница, в кожаную или нет, если у него шеф за... В Донину у него, да? Не, так не говорю. И один в поле воин, если твой шеф за Донин. Бля, изи чат дрочеры пошли. Давайте рост как раз на пружинку будет. Приготовили скуды. Прожали. Сука, какой-то куб пидор. Ромб. Ромб. Пан, ты что, не в курсе, что ты куб, что ли, или это я ошибся? Я забыл про него. Ну, почему? Ну, блять, покинули тело, побежали. Вот, захвалили. Вас лес дают. Как ты забыл про куб, я не понимаю. Дали меня. Захвалили. Понятно. Эх, пан. Может быть, кто-то как другой желает прожать куб. Вместо пана. Не-не-не-не, спасибо, не надо. Так, Шерпиступ, ты тут? Не-не-не. Я тут нет. Короче, пан, не проеби в следующий раз кубы. Сука, я понимаю, это очень смешно, блядь. У меня как бы час ночи. Пол второго. Поэтому, блядь, сейчас все сделать. Просто месяц назад, когда я зарунил куб, ты мне 500 гп дал. Поэтому я больше не хочу на кубы вставать. Заходите, что вы встали кубами? Рыбку и рыбку. Так быстрее рыбку жрите. Зашли быстрее. Нечего жрать её там по полчаса. Касочку пристану оформить. ГП сейчас оформлю. Ой, я рыбу не поел. Сука. Что, бля, обалдел?
Я просто забыл, прости. Ты точно не поел? Точно, вот если выйдем. Одна, две, все, давай, чёрт, я готов. Погнали. Ну что, съели, видали, как вас Ретрик шему просто, а, Слышите? А, вон он, пан не приеби. Так кто из нас слабее? Пан, может поменяемся, ты больше ДПС дашь. Кто это говорит? Громоступ. Ну, пан. Громоступка, ты нормально прожимаешь кубы? Да. Иди на кубы, на ромбик. Пан, иди к боссу. А то проебешь опять куб. Сейчас хоть ретрика шейму, придамашь я рекам, то не бей. Пулю на будет наказан. Главное, чтобы танка не кинула, а на медиков не кинула. Приготовились кубы. Что, Гера может? Прожали. Уже есть Гера. Блуждали. Виктурус. Косуки, откуда ты таких людей понабирал? С таким выбросом. Там тоже первая карта. Вообще-то это упало, я добрала. И ты моя молодец. Да иди ко мне, да я обни. И ДК вроде, да, ДК тоже я добрала. Ой, целуйте мне ноги. Посадят. Возраст согласия, к вашему сведению, 16 лет. То есть уже можно, да? Уже можно. Да, только Алиса расписку дает, что тупо можно, да? Да, поехали. Короче. Я снимаю на сумме. Кубы после откидания приготовят. Вот дошли к кубам. Раз, два, три. Прожали. Ебануться. За две стажинки убьем, что ли? Не знаю. Давай Виктурус. Как бейт магикам стыдно. Ч
чел кинь на Crazy Beach. Это. Сейчас сделаю. Вон Дин тоже. И Гумби тоже пока кубов нет. На кого? Crazy Beach. А все уже нет. Уже не надо. Третья будет. Третий кубы будет точно. Приготовили скоро кубы. Подошли к кубам. Приготовились. Просто на голову прожали. Упал кусок потолка. Больше же не будет, то вот нужно вливаться в босс. Да. Не херовый такой ДПС, конечно. Тут первый катик, конечно. И чё вы первый кат у пацана? Помимо шмота еще и руки есть. Чему вы удивляетесь, я не понимаю. Ну да, руки это важно. Сумка, у кого ее нету, обязательно. Портал. А, мага нету. А, ну да, я паролю не знаю, есть у меня нету. Есть. Голова, громостук. Сука, почему-то нельзя присвоить тебе. Бля, я, значит, брал. Ой, я с рейда ливнула. Ну ты просто... Дайте ну... платье. Да, сорян, я под голову уже брал. Да, я ее... Короче. Вообще. Это говно. Доспех. Боги ролла. 87-88. Остальное черепу обмен будете кидать. Так, что тут? Ну вот. О, топ. Кидай обмен. Да, сейчас. Кидай обмен, ёбаный рот. Вашего казино. Сука. Дефиченты. Мне кажется, он не вбись. Ты пизду его тогда. Давай обмен рога. Ёбаный. Чуга, крипхаст. Какие ноги.
штуки. Царь, тебе надо или нет? Ну да. Так. Не, на это на холи приста. Это фигня Unroll, все, всем спасибо. Кому эти плечи нужны? Да себе и бери. Никому эти плечи не нужны. А Хант, ДК, Мак, Вок. Ладно, не понял. ЕПшку ты кинул? Можно ли вас? Накинь там себе 800. Да, да, я накину на магу.